Посмотрите, какой идеальный градиент к нам двигается на концерт в Тюмени. И живые позавидуют мертвым. Итак, дорогие друзья, мы в Тюмени. Вот она, Тюмень, как на ладони. Нас на самом деле заселили в очень кайфовую гостиницу. Сейчас мы пойдем ее изучать. Вот вам обзор номера. Но это неинтересно. Интересно тут ходить по этажам, чем мы с вами сейчас и займемся. Зацените, тут на каждом этаже какая-то экспозиция. У меня здесь просто советский быт, насколько я понимаю. Смотрите. Сатурнас. Просто великолепный дизайн. Их на самом деле делали в Вильнюсе, по-моему, если я не ошибаюсь. Это 67-й год. Вообще-то написано, что этот зал, он посвящен пионерии. Вот. И судя по тому, что здесь есть фотография тюменская с первыми пионерами, то в принципе все соблюдено. Но так здесь просто вообще быт советский собран. Минск, например. У каждого же в сарае был такой Минск, который не работал. И каждый советский ребенок мечтал о том, что он когда-нибудь починит себе это, мотоцикл и поедет по деревне. Настольные часы «Весна». Это настольные часы, но они с боем. Но они здесь вряд ли в рабочем состоянии. Подборочка фотоаппаратов. Полароид у меня, конечно, мало ассоциируется с пионерией, но пускай будет. Молочные бутылки. Вот она была, экология. Ты выпил молоко, понес бутылку, получил свои 10 копеек. Причем надо было очередь с утра занимать, в выходной день. Я помню, что ты не поспал толком нормально, а пошел с этими бутылками греметь. Эта штука фотографии проявлять. Ты пользоваться я тоже умею. Это первый советский видеомагнитофон. Это вэвчик. Вот я очень хотел себе заиметь такой на кухне, чтобы слушать джаз, но там нет на самом деле FM волн. Сатурн. Не лучший в своем классе, конечно, но он был хорош. Фотка русская. О, пришла школота, сейчас будем ей объяснять, что есть что. Что это? Это для музыки. Это радио, да? А вот, собственно, и пионеры. Ну что, покорного слугу тоже принимали в пионеры? У меня был и такой значок, когда я был октябренком. И принимали меня в пионеры, галстук я помню еще как завязывать. На случай, если пригодится. Велосипед «Школьник». Это было прям что-то среднее между Мишуткой и Орленком. Следующий был ход – это Орленок. Но школьник был крут, а это радиола, внутри у нее должна быть пластиночка. Так и есть, вот она. В детстве у меня что-то похожее было, только здесь пластинка выдвигалась. И вот эти вот города, на которые надо было настраиваться, они прям завораживали. А вот заиметь под школьные тетрадки вот такой вот дипломат, это было прям огонь, потому что на нем еще можно было кататься с горки. Сейчас пойдем поднимемся повыше. Так. Тут у нас прям крестьянский быт, насколько я понимаю. Судя по печке. Кстати, очень, конечно, круто сделано, потому что тут не в каждом музее так это все красиво будет сделано. И часы не везде заводят. А, я угадал. Тюмень – столица деревень. Это у нас крестьянский быт. Это зерно молоть. А это ступа. Летать. Я поехал на саундчек. На саундчек полетишь. Манекены современные смотрятся забавно. Такой крестьянский макияж. Все, идем на следующий этаж. А здесь у нас город Тобольск, а город Ангелы. Судя по всему, здесь какая-то такая церковная у нас область. Месье Григорий Ефимович, мы же на родине Распутина, ребята. Взгляд
и гриф. А вот он как доигрался, вы можете посмотреть на моем историческом блоге, как его убивали в городе, так сказать, герои Санкт-Петербурга. Тут просто библиотека выставлена. Кстати, неплохая библиотека, потому что эта вот серия была очень приятная. А вот эта вот серия, я помню в детстве. У меня даже вот это, по-моему, это одна из первых книжек, которую мне папа выдал. Сказал, на, читай, дочь Монтесумы. Мы нашли самое интересное, технику молодежи, смотрите, за 85-й год. Это же очень интересно. Это журнал «Популярная механика» тех времен. Очень интересно, особенно тем, кто интересуется наукой и техникой. «Голос в трубке». Клуб любителей фантастики. Да, там фантастические рассказы еще публиковали, я все прочитал. В общем, ребята, получается, что вы совмещаете. Вы приезжаете, селитесь одновременно в гостиницу, одновременно у вас, в принципе, неплохой этнографический музей. Все, ребята, будем гулять. Итак, ребята, мы в Тюмени. Тут уже началась золотая осень. Вот осень, вот золото. Первый раз, по крайней мере, когда мы приезжали в Тюмень, на прокат можно было взять только пиздюли. За кадром у меня Саша, и он вспоминает клуб «Берлога», который был в Плесени. «Берлога» он назывался. Отвратительное заведение было, но душевное. И я на самом деле не прав, пиздюли давали не на прокат. Бесплатно. Бесплатно и напихивали просто за воротник как бы с собой. Кофейком путешествовать приятней и интересней. Сашу я не снимаю, потому что он индеец. Вы крадете его душу, он вам не хочет отдавать свою душу. Он очень красивый, но он не хочет, чтобы вы знали о том, какой он красивый. Помыслы ваши туманны. Зачем вы смотрите эту херню? Серебряный век в Тюмени. Опять же, этнографическая, так сказать, экспозиция фото. Было, стало, было, стало, было, стало, стало, было. Отличнейшая входная дверь дома купца Сергеева. Мы в центре города, здесь прекрасная прогулочная зона, милые скамеечки, конечно же, по русской традиции рядом с каждой скамеечкой урна стоит, потому что, ну, вдруг надо срочно что-то выбросить и дойти, нету возможности никакой до мусорки. Вот. Здесь мужчина очень прямо на подхвате, он как бы сидит и такой готов ринуться куда-то. Памятник Линкольну, который под Текутьево здесь Алиэкспресс. Замаскировался. Ой, он такой страшненький. Он такой страшненький был. Страшненький? Он очень страшненький был. Тут он лучше. Да? Ему кажется, что очень хорошо. Детей не было. Детей не было. Вот проследить некому за памятником. Вот, грязный Child-Free, что бывает с вами, если вы не нарожали детей. Некому проследить, чтобы ваш памятник нормально выглядел. Это ли не повод заводить детей? Проследить, чтобы вас сделали в бронзе как-то посимпатичнее. Походатайствовать за это. Расстроиться. Предъявить иск, например. Ну, в общем, дел, блядь, не в проворот у детей. Андрей Текутьев не тратил бабки на детей, но он тратил их на больниц. Не было. Тогда! Так поэтому он их тратил на постройку больниц, камерного театра, библиотеки, верхнего этажа собственного дома, ремесленное училище для мальчиков, двухэтажная камерная больница была, рентгеновский аппарат купил для города. Господа Чайлдфри, все, забудьте все, что я до этого вам говорил. Это памятник сибирским кошкам, это порода же специальная. Сибирская. А золотая? Да. Сибирская золотая? Вот это красота, вот это ворота. Это жилые дома. Кайф. Да, вот так вот выглядели жилые дома. Дзержинского 40. Исторический памятник. Да, вот это красота. Так, здесь полиэтиленку пустили или не пойду? Объект культурного наследия, жилой дом. Это дом мещанину принадлежал, который в областной мещанину. Думе был. Мне кажется, Нана должна свой влог выпустить, она называется «В тур с душнилами». Это
Вот очень классно отремонтированы вот эти дома деревянные. Вот так вот должно было бы выглядеть какое-нибудь наше условно Комарово. Потому что у нас очень много таких деревянных усадеб, деревянных дач возле Финского залива, которые стоят просто в безобразнейшем, мерзчайшем состоянии. А здесь-то все приведено, ну это как бы пешеходная красивая улочка, центр города. Здесь все приведено в хорошее состояние. У нас можно было бы, конечно, там сделать на заливе очень хорошо. Мы на самом деле идем к реке Тура. Тура, конечно, Тура. Это если бы ты мне сказала, река Тура, я бы сказал, да Тура, дура. Душнило. Чего душнило? Нормальная шутка. В смысле душнило? Душнило бы так зажито. Это просто ее любимое слово. Очень нравится. Набью себе его. Я все вижу. Мы же не ищем легких путей. Понятно, что мы идем, сейчас поедем на жопе здесь. Давайте смотреть эти тревожные кадры. Во-первых, это красиво. Я еще и с чаем. Ты еще и с чаем. Давай. А как здесь люди вообще спускаются? Где здесь вообще? Вот тут же и проблема. Это ты нас сюда привела? Следуй за белым кроликом. Вот такая вот красота, ребята. Мы на набережной спустились. Вот оттуда. Очень приятная набережка и очень приятно оформлен склон. Как-то мы выходили в Чикаго, по-моему, на пирс, там развешаны эти круги, и на них сразу написано, что если ты их без дела швыряешь, то там штраф, по-моему, от $1000, либо 3 года тюремного заключения, прямо на спасательном круге. И сразу ты такой думаешь, стоит ли его куда-то девать или не стоит. А здесь просто висят. Не страшно. Никто не кидает. Хорошо. Тюмень. Ты прям удивила приятно. Серьезно. Когда мы приезжали на наши первые приезды в клуб Берлога, это была совсем другая Тюмень. Кайф. Мы идем к мосту влюбленных, который был построен в 80-х вместо обрушившегося деревянного моста. И в 2003 году двое диджеев организовали там конкурс на самый долгий поцелуй, после чего мост переименовали в мост влюбленных. Но также это считается мостом тюменских самоубийц. Подмцу. Скидыш. Любовь и смерть. Любовь и смерть неотъемно идут рука об руку на этом. Как и в нашем творчестве. Приходите на наш концерт. Посмотрите, какой идеальный градиент к нам двигается на концерт в Тюмени. Мы заехали в гостишку за концертным стафом и сейчас выезжаем на площадку. Мы так нагулялись, что у меня села батарейка на камере. Какие дела? Погнали. Хоба. Вот Хоба. Они. Вот они. Готовы? Это мы. Готовы очень. А что, корень? Должен быть. А корень, он тоже же с нами же, да? Он же готовее всех бытовых. Готовее готовальни. В шапке-невидимке и делает вид, что его нет. Или что просто вы... проебывается. Оу. Тюменский дом печати. Мы приехали в клуб. Одна. Привет, друзья! Вот и я. И мы идем в Тюменский дом печати, где будем выпускать какую-то газету под названием «Дженейр». Вот пошлите. Вот интересный человек. Ты а он деньги печатать хотел. А ты газету. Вот видишь, вот она разница. Я буду. Творческий человек и предприниматель. Дом печати. Отлично. Нана. Привет. Где наша гримерка? Пойдем. Покажи. Гримерка с нами. Опасный заход. Рок-н-ролл. Отлично. И сегодня за что пора? Мне очень нравится гримерка сегодня. Стильно, молодежно. Максимально. Я все уже подготовил для тебя. Нагрел уже? Спасибо, организатор, молодец, какой раз хороший. Давай, Санечка, хорошего тебе. И нам. Хорошего. Сейчас я хвоста накручу бобылику. И
живые позавидуют мертвым. Серьезно. Ну, я говорю, погнали? Крутить ему хвост. А? Он хвост делает. А, хвост. Делает я хвост. У меня уже метр там заорал. 3, 4. Every night is a Saturday night. Is a Saturday night for me. Погнали. Огниво. Привезли к вам новую пластинку! Листов, давай! Руки вверх! Все! Эту грязь не смыть, а хитрый бог от скуки нас с тобой поссорил, сплюн краю наши руки. Локи! Что? Приезжайте на Ямалку, такой клёвый. Правда, 2007 год вернулся. Спасибо. Да. Да ладно. Да ладно.